Животный и растительный мир планеты может измениться за одно тысячелетие. Представьте, как он трансформируется за миллионы лет. Многих представителей флоры и фауны разных геологических периодов уже нет на Земле. Как они выглядели и где обитали, могут узнать посетители палеонтологического музея ТГУ. Если рассматриваем коллекции котений, то, конечно, на первое место у нас встают научные коллекции. На базе этих коллекций обучаются студенты, они пишут курсовые дипломные работы. На базе этих коллекций защищены многочисленные кандидатские диссертации. Фонды музея стали формироваться задолго до его появления. Вместе с открытием университета в 1888 году поступили многочисленные дары от меценатов России и зарубежья. Сами сотрудники музея называют это первым этапом накопления коллекции. Второй этап – это рекогносцировочные работы, съемки геологические по Сибири. Также уже свой сибирский материал стал поступать, копиться. И третий этап – это уже начало, когда был открыт музей в 1926 году профессором Венедиктом Андреевичем Хахловым. Это уже стали поступать коллекции с разных регионов России. С тех самых пор фонды музея пополняются благодаря научным экспедициям. Ученые ТГУ проводят геологические работы в различных уголках страны и привозят в университет ценные образцы. То есть сотрудники работают в поле, собирают коллекции, изучают их, ну и затем уже передают музею. Ну а самые лучшие экземпляры, конечно, выставляются для демонстрации. В конце 20 века в экспозиции появляются представители мамонтовой фауны. По сей день эти экспонаты одни из самых зрелищных в музее. Шерстистый носорог, бизон, мамонт. Большая часть останков этих крупных существ найдена на территории Томской области. Работа над этими скелетами обычно длится достаточно долго. И связано это не только с тем, что часть костей приходится реставрировать, но и с тем, что некоторых костей может быть просто не хватать в наличии. Чтобы воссоздать скелет полностью, недостающие элементы иногда создают сами сотрудники из различных материалов. Нередко используют и кости других животных. Для скелета мамонта, например, использована часть мелких костей, ну, например, хвост, из волчьей гривы из Новосибирской области. То есть там находки были более полные, вот именно этого материала, и мы оттуда заимствовали их. По некоторым экспонатам музея можно проследить эволюцию живых организмов и то, как меняются ископаемые в процессе превращения в окаменелости. Ну, практически современный морской еж, как его выловили с иголками. Но иголки в ископаемом состоянии у морских ежей не сохраняются. Они отваливаются и сохраняются отдельно. Вот, например, палеогеновый морские ежики, палеогеновые, видите, у них панцирь без иголок. Потом иголки отдельно. Они подвижные и в ископаемом состоянии отваливаются. Работа музея неразрывно связана с проведением научных исследований. Сначала образцы проходят долгую обработку. В лабораториях их очищают от глины и других отложений, изучают и описывают. После этого наиболее визуально интересные попадают в музей. В публикациях появляются те номера, которые являются номерами музейных коллекций. Часть образцов, которые мы обрабатываем, остается в рабочих коллекциях, часть же переводится в монографические коллекции и галотипы. Им присваиваются номера, собственно, нашего палеонтологического музея. Для проведения исследований на базе музея в ТГУ нередко приезжают специалисты из других городов России и зарубежья. Что неудивительно, ведь многие коллекции единственные в своем роде.